Учение Господа Капилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады. Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте главу 11. Признаки садху. Садху терпелив и милосерден. Он друг всех живых существ. У него нет врагов, он умиротворен, строго следует предписаниям шастр и наделен всеми добродетелями. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, стих 21. Комментарий Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады. Садху, как уже говорилось, является преданным личности Бога, поэтому он всегда стремится дать людям знания о преданном служении Господу, проявляя таким образом свое милосердие. Он знает, что тот, кто не занимается преданным служением, попросту губит свою жизнь. Странствуя по свету, преданный идет от двери к двери и призывает людей: «Примите сознание Кришны, станьте преданными Господа, не губите свою жизнь, потакая животным инстинктам. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы достичь самоосознания, то есть развить в себе сознание Кришны». Так проповедует садху. Недовольствуясь тем, что сумел освободиться сам, он всегда думает о других. Его милость к обусловленным душам не знает границ. Так проявляется одно из его качеств – каруника, великое сострадание к падшим душам. Садху должен обладать огромным терпением, ибо, проповедуя, он сталкивается со множеством противников. Порой люди гонят или оскорбляют его, так как далеко не все обусловленные души готовы принять трансцендентное знание о преданном служении Господу. Им не по нраву духовное знание, и в этом заключается их болезнь. Садху берет на себя неблагодарный труд убедить обусловленные души в необходимости заниматься преданным служением. Иногда к преданным даже применяют физическое насилие. Господа Иисуса Христа распяли на кресте, Харидаса Такура били палками на 22 рыночных площадях, а на ближайшего сподвижника Господа Чайтаньи Нитьянанду напали братья Джагай и Мадхай. Но эти преданные Господа терпеливо сносили все оскорбления и муки,
памятуя о том, что пришли на землю ради спасения обусловленных душ. Садху милосерден, ибо желает добра всем живым существам, не только людям, но и животным. Сарвадехинам значит «все живые существа, воплотившиеся в материальном теле». Материальным телом обладают не только люди, но и другие живые существа. Преданный Господа с состраданием относится к каждому, будь то кошка, собака, дерево и так далее. Он старается помочь всем живым существам освободиться из материального плена. Так Шивананда Сена, один из учеников Господа Чайтаньи, даровал освобождение собаке, видя в ней прежде всего душу. Известно немало случаев, когда собаки получали освобождение благодаря тому, что им посчастливилось столкнуться с садху, поскольку садху заботится о высшем благе всех живых существ. Но несмотря на то, что садху дружелюбно относится ко всем и ни к кому не питает вражды, люди так неблагодарны, что даже у садху есть много врагов. Чем же друг отличается от врага? В первую очередь, своим отношением к нам. Садху не жалеет сил для того, чтобы помочь всем обусловленным душам освободиться из материального плена. Поэтому у обусловленной души нет друга лучше, чем садху, который указывает ей путь к освобождению. Садху всегда безмятежен. Он спокойно и невозмутимо следует наставлениям священных писаний. Садху – это тот, кто выполняет предписание вед и является преданным Господа. Человек, который действительно следует указаниям шастр, не может не быть преданным, ибо все шастры – предписывают беспрекословно подчиняться воле Верховной Личности Бога. Таким образом, садху называют того, кто, следуя предписаниям вед, занимается преданным служением Господу. Все перечисленные качества присущи преданному. Говорится, что преданный развивает в себе лучшие качества полубогов, тогда как непреданный, даже если с мирской точки зрения он хорошо воспитан и образован, в духовном отношении лишен хороших качеств и добродетелей, которые присущи тому, кто достиг уровня трансцендентного самосознания. Согласно Падма-пуране, существует 8 400 000 видов живых существ, и в теле каждого из них находится атма, духовная частица. Все атмы одинаковы, различаются только внешние оболочки души. Садху сознает это. В Бхагавад-гите сказано: «Обладая истинным знанием,
Смиренный мудрец не видит различий между образованным и благовоспитанным брахманом, коровой, слоном, собакой и собакоедом, неприкасаемым. Глава 5, текст 18. Это, однако, не означает, что Садху считает брахмана равным собаке. Он видит разницу между ними, но в то же время понимает, что оба они – духовные души. Все мы по-разному обусловлены в зависимости от тела, которое получили по воле провидения – кармана дайванетрена. Дайванетрена – значит, высшая сила или божественное провидение. Форма тела живого существа определяется его кармой. Мы уже обсуждали тот факт, что живое существо получает такое материальное тело, которое соответствует его качествам. Развив в себе брахманические качества и действуя соответствующим образом, мы становимся брахманами. Если же человек живет и действует подобно собаке, то в следующей жизни он получит соответствующее тело. Однако не следует думать, что рождение в семье брахманов дает человеку право считаться брахманом. В Бхагавад-гите перечислены качества, определяющие принадлежность человека к той или иной касте. Шридхара с вами также советует не придавать происхождению слишком большого значения. Прежде всего, человек должен обладать соответствующими качествами. Мы привязаны к определенным гунам материальной природы. Эта привязанность приводит к тому, что у нас развиваются соответствующие качества и наклонности, которые, в свою очередь, определяют вид нашего тела. Но каким бы ни было наше тело, оно дается нам лишь на время. Никто из нас не останется в нем навечно. Сейчас мы считаем себя американцами или индейцами и очень довольны этим, но долго это не продлится. Мы можем строить планы, как стать еще счастливее, но законы природы не позволят нам оставаться в этом теле бесконечно долго. По воле природы мы умрем и расстанемся со своим нынешним телом, а после этого будем вынуждены войти в тело кошки или собаки. Нам была предоставлена возможность получить самое лучшее тело, тело человека. Но если мы прожили свою жизнь как собака, то в следующей жизни окажемся в теле собаки. Поэтому мы должны стараться использовать все преимущества человеческой формы жизни и стать преданными Господа. Это единственный путь, ведущий к освобождению. Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Тот, кто знает трансцендентную природу моего рождения и деяний, покидая свое тело, не рождается снова в материальном мире, но входит в мою вечную обитель, о Арджуна». Глава 4, текст 9. Thank you.
В минувшие времена великие мудрецы, жившие в Индии, уходили в лес, чтобы, занимаясь медитацией, вырваться из круговорота рождения и смерти. Пунар Джанма. Когда Вишвамитра Муни, великий мудрец древности, пришел во дворец к Махараджи Дашаратхе, отцу Господа Рамачандры, Махараджа Дашаратха приветствовал его такими словами: «Сопутствует ли тебе успех в твоих стараниях одержать победу над рождением и смертью, о мудрец?» Это было основным занятием брахманов и риши, мудрецов. Пунар Джанма Джаяя. Человек рождается на свет для того, чтобы победить смерть. Если мы тратим свою жизнь только на то, чтобы есть, спать, обороняться и совокупляться, наше существование мало чем отличается от жизни животного. Сейчас люди считают себя выше животных только на том основании, что те спят на улице, а они в уютных квартирах. Им кажется, что одного этого достаточно, чтобы считаться цивилизованным человеком. Но шастры определяют цивилизацию совершенно иначе. Какая разница, где спать? В любом случае сон остается сном. Пес может есть из помойного ведра, а человек – с золотого блюда, но оба делают одно и то же. И тот, и другой просто набивают свой желудок пищей. Собаки совокупляются на улице у всех на виду, а люди в своей спальне, на мягкой постели. Но суть от этого не меняется. Люди думают, что развитие цивилизации сводится к улучшению условий питания, сна, защиты и совокупления. Но все это не имеет ничего общего с истинной цивилизацией. Такая деятельность только туже затягивает узел наших материальных привязанностей. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Шрилы Бхактивиданты с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче –